Так, здесь выиграл Кристиан, здесь ты выиграл, здесь Андрей. Хорошо. Значит так, Николай переходит туда, Каталин сюда. И пошли вокруг ковра. Три круга идем, отдыхаем. Да. Поможешь? Подержать? Воду не пей, пожалуйста. Марк, что ты там все время делаешь? А? Еще раз. Так уже пошли. Они будут помогать. Что ты хочешь? Ну потом будешь искать. Сейчас отдыхай, вот ты не делаешь вовремя. Так, какие у нас впереди соревнования?
Через себя. Вот и все, и бросок. И держать надо было. Ноги дальше. И забеги назад. Ноги дальше, забеги назад. И задуши его. Вот так. Коленька, стоп, Коля, стоп. Топ-топ. Не назад, а в бок. Потому что назад падаешь. Топ-топ-топ. Максим, не назад, а в бок, чтобы туловище. Сами захват этот, сами стоп. Нет, стоп, так нельзя. Вот это бить нельзя, ты бьешь, это шина. Где, так как ты слабее его, разрешаю тебе вот смотреть. Возьми меня за пять. То есть ты не можешь, ты должен на дорогу прийти. И папа, курочка, стой. Раз ты держишь, раз ты не можешь, значит, пойди с двумя руками. Оп, стой, и все. Да, вот. Я же говорю, что так нельзя, но я ему разрешаю. Андрюша, на пять. Стой, что и по. Три А другой рукой, если взять захват. Время. Сорок, а ты заправились. Еще раз. После куда ушел? После команды 40 мотэ вы должны встать, не гулять по ковру, а лицом к партнеру, противнику, заправить кимоно, потому что вас заставят это сделать. Можно снять пояс быстро или туда. И пока вы это не сделаете, не будете делать, вас просто соревнования с ватсапки снимут и все. Хорошо? Что такое? Все, трусы сняли. Поклонились. Все, шаг назад и поклониться. Что тебе? Все, хватит. Хватит. Ты воду пьешь? Нет. Вот, давай. Давай. Отдыхаем. Включайтесь в воду, не пить. Я тебя прошу. До сих пор не хотелось бы. Вот Макса, да? Да, проблемы. Он пожрал, блин. А после тренировки начинает все выходить. сюда, мой дорогой. Становись вот здесь в угол. Вот здесь вот уголочек. Да.
Все готовы? Да. Молодцы. Так, кто в этой схватке выиграет? Он или ты? Ты все равно, да? Ну как? Андрюха, кто выиграет у вас? Ты. Николай, кто выиграет? Я. Да? Ты, кто выиграет? Он? Ты выиграешь. Макс, кто выиграет? Он? Красавчик. Каталин, ты лучше. Так. Значит так. Сколько у нас времени? Без 20. Без 30. Половина, да? Да. Великолепно. Значит, сейчас боремся по-другому. Ну, ты боролся, как борешься. Ты разогревайся, разогревайся, потому что ты потом пойдешь. Значит, как только мы делаем бросок, ты заходишь в метро, шейку разогреваешь. Да, Макса. И вы будете меняться. Если, например, он тебя бросит, то выходит Макс. А если ты бросишь Кристиану, значит, выходит Макс. А сегодня тоже нужно бросить? Да. Вот смотри, да, есть Реал Мадрид, да, а есть молдавская команда. Ну, какая? Как? Подумай об этом. Нет, нет. Есть, ну, не молдавская, ну, хорошо, какая. Ну, любая команда, украинская, да. Реал приезжает и выносит ее 20-0, да? И Реал интересно играть? Неинтересно играть. И зрителей нет такого. Даже столько голов им все равно неинтересно. А Реал приходит, приезжает и говорит, о, что это за команда, о, деревянная. Все, мы выходим не 11 человек, а выходим вратарь и 5 человек. А? Местные сразу придут. Понимаешь, сразу придут болеть, потому что их больше, есть возможность выиграть. То есть нужно как бы себя ставить чуть-чуть в тяжелую позицию, когда ты будешь расти. Какой смысл с Максом бороться? Шербу нет этого, пескуна нет. Там, если ты будешь выигрывать нормально, будешь проигрывать, я им скажу там, посмотрю, если сильно будешь проигрывать, скажу одной рукой им держать, накружу их. Все зависит от этого, чтобы интересная была борьба. А какой смысл с ним бороться, захват, это? Ну, все равно выигрываешь. Мам, что ты вышел? Готовы? Боремся до ипона. Кто сделал ипон? Сделал ипон. Показывайте мне рукой. Все. И потом я отпускаю, вы садитесь туда. Итак, схватка у нас 3 минуты. Джи! Согнуть его надо. Он вы...
выше тебя, взять выше за 20 ног. Сорви эту руку, шина тебе, или ныряешь голову. Базари, Базари. Какой прием? Максим, нет приема. Как ты можешь выиграть, если ты не знаешь, какой прием? Ну задушить его, задушить его. Я сейчас душу потом. Стоп, одну секунду. Тут шида нет. То есть ты его вытолк. То есть он не выходил сам. Хорошо. Поэтому не могу. Бороться. Нет того приема, который ты должен всех убивать. И выбрал. Он делал удушающий, но не сделал. Ты удушаешься? Мышь, как ты спину даешь? Почему тебя задушили? Один-один. Япон. Следующий. Ты не держишь руку? Держу. Нет, им не надо. Макс, ну не надо? Это с Максом ты делаешь. Ну как взял этот и проиграл, блин? Будешь бороться еще? Аджи, вперед. Сейчас я вам покажу. Я не ушел.